1 марта 2023 года водители такси и общественного транспорта не могут быть лицами с судимостью, в том числе если преступление совершено на территории Евразийского экономического союза. Закон о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации подписан президентом Российской Федерации 11 июня 2022 года. Для работодателей актуально запросить от работников справки об отсутствии судимости, в том числе если работники иностранцы. Работник подлежит увольнению в случае непредставления запрошенных сведений или обнаружения нарушения запрета на привлечение к труду лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. В настоящее время законом предусмотрен перечень сфер деятельности, к которым не могут быть допущены граждане, имеющие или имевшие судимость. Список преступлений, препятствующих работе, будет необходимо уточнять в зависимости от сферы деятельности работника.